Мы в станице Луганске, в 30 километрах от Луганска. Сегодня днем по населенному пункту был нанесен авиаудар. Здесь нет ни блокпостов ополченцев, ни каких-то подразделений ополчения Луганской Народной Республики. Здесь только мирные жители. Из самолета было расстреляно несколько десятков домов. Больше 5 человек погибло. Больше 10 сейчас находятся в больнице в среднем критическом состоянии. Среди них один ребенок. Вчера ему исполнилось 5 лет. Молодой парень, вот тут якобы с этого дома, якобы тоже расстроили, якобы все по кускам. Там парень валялся, там женщина легшая, якобы не знаю, 5 человек, или тоже там. Маленький ребенок, и газа, всегда мне звонил, мамочка, ты мне купишь что-нибудь, ты мне что-нибудь привезешь. Не, говорит, сыночек, не привезу ничего тебе. Все, я говорит, после не буду с тобой разговаривать. Тут же перезванивает. Мамочка, ну купи, пожалуйста. Мамочка, я тебя так люблю, я так тебя люблю. Так он насмерть прям, да? Подождите, я хочу сейчас, чтобы не машину. Насмерть. Ну как, в больницу умер. Его довезли до больницы, в больнице умер. Школу забирались отдать ему, собирали. Букварь ему купили, книжку учить, чтобы он учился. А теперь кто будет учиться на этой книжке? Теперь неизвестно что. Воронка после авиаудара. Попали просто в холм. Вот взорванная машина неподалеку от взорванного нового моста. Это разнесло пух и прах. Соседей поубивало. Там машина полностью сгоревшая стоит. Да, воронка прямо на территории дома. Какие последствия авиаудара в станице Луганской? Они не знают, кого они бомбили. Но дело в том, что хлопцы двух ранило. Вот, и двое погибших тут. Вот на этом. Ну, там еще, говорят, много погибших. А у вас муж, да, как его звали? Муж Александр Павлович. Сколько ему лет? 76. 76 уже. Да. То есть именно вот попал осколком, да? Они были в гараже вот у соседа, хотели, у нас света нет, хотели зарядить телефоны через аккумулятор там надо. Вот. Ну и они все там были. И оно что как упало, все, и разлетелось. И этот гараж разбит, да он там стоит рядом. Гараж разбит. Вот. И их его осколки в спину, прям сколько там, больше десятка осколков в спину. Вступило 11 пострадавших. Все мирные жители. 10 из них тяжелые, в тяжелом состоянии. Множественные осколочно-взрывные ранения. Открытые черепно-мозговые травмы. Повреждения, травматические ампутации конечностей. Проникающие ранения брюшной полости. В том числе ребенок 5 лет. На сегодняшний час 4 умерли, включая ребенка.